Здорово, ребята, как настроение? С вами Рэй, и мы продолжаем с вами проходить Hustle Castle. Так, давайте-ка посмотрим, что тут у нас произошло. А, у нас подарочки. Забираем, естественно, их все. Спасибо вам, ребята. Так, отправить не могу, так как лимит. Лимит, ребята. Так, 28 и 28 у меня получили уровень, ребята. Это замечательно. Наконец-то я ему могу надеть эту броню. Так, ну что же, давайте посмотрим, подождите, сундучки вскроем для начала. Что у нас здесь? Ага, ресурсы. А во втором? Во втором тоже ресурсы. Ну ладно, ресурсы, как я уже говорил, никогда не бывают лишними. Так, кто это у нас тут стал большим? Стася, 3 звезды. Маловато, конечно, ну да ладно, пускай пока будет. Так, давайте заберем здесь все, что у нас подкопилось. И да, с деньгами у нас, конечно, напряженка. 3 часа, почти 4 будет еще строиться у нас казна. Ну да ладно, не беда. Так, у меня что тут? Еще каких-то 2 сообщения. А, ну это по нападению, да, значит. Ну видите, как грабят, грабят меня потихонечку. Так что, ребята, пора нам сходить и повоевать маленько. Подождите, у меня армия-то не полная. Надо забрать всех. Где они у меня тут? А, они же у меня в учебке. Ну-ка, давайте, ребята, возвращаемся. Нечего тут расслабляться. Так, этот у меня еще не подхиленный, да, оказывается? Ну да, я ему броню надел. Жизни у него увеличились. И он немножко такой неполноценный. Так, здесь заберем. Ну что ты так долго хилишься? Ладно, давайте глянем. Здесь у нас орки. Ага, орки напали. Можно, в принципе, этих разобрать, ребят. Да и бог с ним, что у меня там неполное здоровье. Думаю, и так справимся. Добавляем магию. Так, иди сюда. Ты тоже. Ставим новую. Ну что же, давайте посмотрим. В принципе, не должно быть никаких проблем. Я больше чем уверен в этом. Так, ну что, ребята, давайте устроим им карнавальную ночь. Ой-ой-ой, а что это так у меня красота быстро слегла? Не-не-не, ты давай не дуркуй так у меня. Что ты там один... Ох ты, лучник, ты смотри. Мощнявый братан. Ладно, все равно лежит. Получил сундук. Блин, хотелось бы, конечно, чтобы с сундука выпало что-нибудь полезное для меня. Так, идите лечитесь. Потому что мы сейчас еще куда-нибудь пойдем. А пока посмотрим, что выпадет. И... деньги и дерево. Ну что же, ладно. Кстати, с деревом тут... Ага, гроза великанов на 26 уровень. Слушайте, наверное, будет булавишка-то слаба. Давайте, наверное, может быть... У меня 13 кристаллов. Я могу что-нибудь еще поставить, в принципе. Так, я уже забыл, как. У вас... А почему недостаточно осколков? 13 же штук. Что-то здесь... Что-то здесь они мне заливают, ребята, по-моему, по полной программе. Ну-ка. Ага, вот, редкие предметы. 6 часов будет делаться. Ну что же, подождем. Подождем. Так, вы отхилились. Давайте возвращаемся. Так, краса, тоже иди сюда. А вы лечитесь у меня. Бегом, 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 бегом. Быстрее, быстрее. Война ждет. Так. 351 урон в секунду. Хорошо, но слабенько. Если бы у меня не было бы, конечно, бы моей секиры, я бы поставил эту булаву себе в руки. Ну, а так она мне ни к чему. Что у нас здесь пока есть? Пока ничего нету. Иди-ка сюда. Нет, останься. Так, ладно. 4 звезды. В принципе, неплохо, неплохо. Так, возвращаемся. Настроение. Так, с едой. С едой у нас опять, ребята, проблема. Опять проблема. Так, давай иди сюда. Может, там быстрее будет развиваться все дело. Так, ты-то у меня что? Ходишь здесь. Иди тоже туда. Помогать будешь. Ну что? Можно, в принципе, наверное, отправиться и в бой, ребята. Давайте-ка еще посмотрим, что у нас тут.
8, почти 19 тысяч. Тут почти то же самое. Рене, ну-ка, блин. Давайте расставим, опять же. Ну, я вам еще раз говорю, ребята, с едой у нас... Что такое-то? Уже ресурсов не хватает, блин. С едой у нас большая проблема. 10 тысяч нужно, а у меня всего, по-моему, 6, да? 7,5. Ёлки-ты-палки, а. Ну, эти ребята у нас тут крепкие, поэтому мы не будем сейчас на них нападать, а просто разведаем. Так, Геранто. Вот тебя бы можно было бы. Но опять же, все упирается в жрачку. Что за непруха? Ну-ка, давайте возьмем. А, так у меня нормально все с едой. Просто надо было ее собрать. Так что все, ребята, пучком. Так, давайте магию. Отлично. А то уже я подумал, ничего себе, ресурсов не хватает. Зашел в игру и нет уже ничего. Ну, давайте теперь, наверное, разбирать помаленьку. Давайте начнем с Геранто. Он вроде бы такой мягкотелый. Так что приступим. Хотя у него два воина. Причем довольно неплохих. Так, одного мы уложили. Блин, воскресили, а? Воскресили его. Блин, положил моего хильщика. Точнее, воскрешальщика. Тихо, тихо, тихо. Должен мой... Есть, отлично. Ух, молодец, лучник. Итого мы получаем 48,5 тысяч золота. Общее количество 71 тысяча. Маловато, конечно. Что я могу улучшить? Колодец маны. Да, могу улучшить. И казну. Так, вот теперь сейчас посмотрим. 51 тысяча бревен. Чего вы так долго хилитесь, ребята? Колодец маны, казну. И, в принципе, вполне хватит и на столовку, если я добуду 200 штук. Ну, посмотрим, как у нас пойдет дело. Куда-нибудь, да что-нибудь мы построим. Это однозначно сегодня. Хоть одно здание у нас и строится уже, но вы не забывайте, у меня все-таки два рабочих. Хотя там и не здание совсем строится. Так, ладно. Магия еще будет 14 минут лепиться. О, казначеи подросли. Это замечательно. Так, что ты там дуркуешь у меня? Две звезды. По-моему, пора, ребята, от этого паренька нам избавляться, мне кажется. Две звезды, это, конечно, никуда не годится. У меня там казначей есть 7 уровня. В принципе, да? Так, давайте-ка посмотрим. Да, 7 уровня и 6 даже. 7 и 6, а тот у нас 2. Он просто занимает у нас, ребята, здесь место. Давайте, наверное, от него избавимся. И как можно скорее. Так, снимай шмотки. И дуй отсюда. Спасибо тебе, конечно, что ты нам помогал. Но больше мы в твоих услугах не нуждаемся. Так, а поставим мы с вами, конечно же, Еву. Вот она. Давайте ее приоденем. Так, подожди, не то, вот, казначея. Так, это не то, вот. Замечательно, подождите-ка. У нас что лучше? Так, это на алхимика. У нас амулет такой и амулет такой. Больше у нас ничего нету. И, нет, ну конечно же надо надевать весы. Что это я надел ерунду какую-то. И отправляем ее, естественно, в нашу казну. Пускай она там добывает деньги. 750 в час, это довольно хорошо. Бежит? Бежит, родная. Так, возвращаемся. Так, лучник, ты у меня немножко недолеченный. У нас еще один ребенок родился. Это хорошо, подрастет. Посмотрим, сколько будет у него звезд. Я вообще хочу сделать, чтобы у меня все воины, да и вообще все мои жители были как минимум 3-4 звезды. В идеале вообще хотелось бы 5, но пока еще такого ни разу у меня не выпадало. Так, ты куда у меня побежал-то, а? Вот маг дает, блин. Пошел разгуливать. Так, Стася, иди учись. Будешь казначеем. Вообще надо сделать из воинов универсалы. Точнее, из людей. Чтобы они имели все.
Так, давайте глянем, что здесь у нас. Магии. Магии, кстати, тоже у меня мало. Очень бы хотелось, конечно, сделать бы, чтобы три магии мог носить. Но, как видите, пока не получается. Давайте-ка этого разберем. Иди сюда, пухленький. Сейчас мы тебя накумарим. Вот так вот. Потише. Так, понятно. Что он, что я, воскресили. Ладно, и упали оба. Но тут я одерживаю, ребята, победу. Бескомпромиссно. Замечательно. Что получаем? Так, ну что же, почти 30 тысяч. Это довольно хорошо. Это у нас уже за 100 тысяч перевалила казна. Нормально, я могу построить колодец, казну. Колодец и казну. Угу. До соловки мне еще 100 штук. Но я боюсь, ребята, у нас не хватит еды элементарно. Так, давайте, наверное, сделаем. Блин, вот что лучше сделать, казну или колодец маны? Я думал, что казна, конечно, нужна была бы. Деньги все-таки и так далее и тому подобное. Но и мана нам, ребята, нужна, понимаете? Поэтому я решаюсь. Да подожди ты, не это. Я решаюсь улучшить нам колодец маны. Почему он не улучшился, я не пойму. Да что за фигня? Блин, нет свободных рабочих. Ёлки ты палки, а где же у меня рабочие? Чем заняты? А-а-а, они здесь улучшают казну. Ядрить его на корень, а? Ну как же так? А сколько? 119, да, нужно? У меня не хватает кристаллов. Ну что же за засада, а? И деньги есть, и не могу ничего сделать. А с комнатой как? 351. Ё-моё. Да, ребята, ничего у нас сейчас не получится. Там 3 часа, тут 14 часов. Да, это очень долго, очень долго. Так, что ты у меня здесь стоишь? Иди, наверное. Не знаю, тренироваться можно было бы, в принципе, ее послать. Чё она у меня стоит здесь, одинокая? Мужика для нее нету. Ну что же, ладно, решил я все-таки улучшить, ребята, казну. Надумал я, делаем магию. Так, вот и отличненько. Теперь улучшаем. Вау! Ребята, поздравляю, у нас 19 уровень замка. Это просто хорошо. Даже очень замечательно. Ну что же, давайте, наверное, с вами улучшим казну. Так, 100 штук, 25 бревен, да? 7 часов будет она у нас пыхтеть. Ладно, не беда. Так, а мы тем временем что? Мы тем временем, наверное, с вами, ребятушки. Так, да подожди ты, елки-палки. Колодец маны. Давайте. Блин, да что ж такое, забыл их поставить на отхиливание. Ё-моё, а. Так, казна 6 уровень. Так, давайте глянем, что здесь у нас. Ну, пока вообще ничего не сможем сделать. Абсолютно ничего. Денег не хватает элементарно ни на что. Даже не то, что денег, а ресурсов. Ну, я надеюсь, с казначейством у нас все дело это поправится. Так, давай отхиливайся. Так, с едой, если по 10 тысяч брать, это еще у нас где-то 2 боя, да? Плюс еще накопится на 3. Но с магией проблема. Так, вторжение. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе вторжение. Так, а вот этого, наверное, можно будет бомбануть. Блин, две магии всего осталось. Эх, ядрить его на корень. Как же ты быстро заканчиваешь. Можно было бы увеличить столбец магии, и все было бы хорошо. Так, давайте их разберем. По крайней мере, попытаемся. Так, замечательно. Блин, не хочу я магию тратить, ё-моё, но, наверное, придется. Да, иначе бы он нас просто разобрал бы. Все, а так победили. Получаем свой законный сундучок. Слушайте, а я там не понял. Там что, можно переиграть бой за просмотр видео? Или мне так показалось? Так, открываем. И, да, что-нибудь хорошее. Да, хорошего нынче мне почему-то ничего не дают. Ребят, я уже давным-давно забыл, чтобы мне с сундука что-нибудь выпадало. Или какая-нибудь шмотка, или еще что-нибудь. Видимо, меня поставили в черный список. Не знаю почему. Так, у нас с вами ПВП
1075 очей, это хорошо, но, как ребята посоветовали мне, лучше их сливать, если хочешь чувствовать себя комфортно. Потому что иначе тебя будут окружать очень сильные враги. Так, давайте поставим магию. Последняя магия, ребята, у нас последняя. И давайте накумарим их. Так, шаман и два лучника, да? Так, ну тут в принципе вообще без проблем. Даже магию не буду тратить. Все у нас хорошо получилось. Вторжение мы отбили. Получаем сундук. Ну дайте мне с этого сундука что-нибудь хорошее. А, ребята, пожалуйста. Какую-нибудь шмотку. Рарку желательно. Ну-ка. Да, конечно, конечно. Будут они такие нам скупы, чтобы подавать нам раритетку. Да даже хотя бы обычную зеленку бы дали на мой уровень. Зачем я, ребят, качал, ума не приложу, если ничего нет хорошего. Так, ладно. Ты иди сюда. Ты у меня тоже иди. Будете у меня качаться. Набивать, так сказать, уровень. Так, что тут можно... Перед уходом, я думаю, брать нет смысла ничего. Ни деньги, ни ману. Блин, хочу арсенал. 300 тысяч нужно и 75 тысяч дерева. Дерево, конечно, вообще никак не идет. Абсолютно. Не знаю, как ускорить его производство. Если знаете, ребята, напишите. Так, ну что же, ребята, давайте, наверное, мы сделаем рекламную паузу и встретимся немножечко попозже с вами и продолжим. Всем привет. Ну что, ребята, ага. Как обычно, нападение. Ёлки-палки, и все мои деньги свистнули. Замечательно. Что тут у нас? Давайте. Ага, ребята прислали подарки. Спасибо вам, ребята, большое. И я тоже вам отправляю, как только у меня появляется такая возможность. Так. Всеволод у нас стал взрослым. 3 звезды. Да ёлки-палки. Ну-ка, сундук. Порадуй-ка дядюшку Рея. Ничего полезного нету. Точнее, есть полезное, но я имею в виду, из одежды ничего нету. Так. Все на одни ресурсы уходит. Все на одни ресурсы. Я, как вам и говорил, что давно ничего не выпадает мне хорошего с сундуков. В плане одежды или оружия. Так. Клык кабана скрафтился. И больше у меня, ребята, кристаллов нету, чтобы что-то я мог крафтить. Клык кабана синяя, да? Редкая. Но я думаю, что она мне никуда не пойдет. Потому что у меня нету ассасинов. Так, 3 часа и 2 часа. Да, долго вы будете. Кристаллы заберем. Улыбочки, яблоки. Так, ну что, на несколько боев нам хватит, в принципе. Так, что здесь еще-то у нас? Так, Глафира. 4 звезды. Давайте оденем ей костюм повара. Так, это ты должна одеть, естественно. И отправим ее на кухню кашеварить, чтобы зарабатывала она нам еду. Так, вот это хорошо. Так, что, 40 тысяч у меня свистнули, да? А тут потерь нету. Геранта. Ага. Ну что же, ладно. 40 тысяч свистнули. Ну и фиг с ними. Мы накопим с вами, это однозначно. Так, ты что у меня тут ходишь без дела, Всеволод? 3 звезды. 3 звезды. Можно было бы выгнать. Так, казначей 6 и 3. Довольно неплохо. Так, Аврора, Ева. Так, они у меня тоже 3-звездочные. Практически все, кроме одного. А у меня есть казначей получше, да? Ну-ка, давайте-ка, наверное, ребятушки, сделаем вот так. И где там у меня? Ты, наверное, иди вот сюда вот. Постоишь? Так, 3 уровень. Нет, давайте, наверное, вот, 6 уровня. Иди-ка, переходи. И ее оденем.
Нам чем выше уровень у казначея и, естественно, звездочек, тем для нас это будет лучше. Она будет зарабатывать больше нам денег. Ну а деньги, как вы знаете, это практически половина успеха. 79, жилая комната. 2 часа 32 минуты. Можно было бы, конечно, на ускоренном ее сделать. Ну, пока вроде бы рабочие мне не нужны. Так, добежала. Давай одеваться. Так, где? Вот костюмчик тебе. Клещи. Так, это у нас на алхимика. Это тоже на алхимика. И... да, одевай вот эту подвеску. Хотя, подождите, а у нас замок разве не будет лучше, по идее? Ну что, ребята, ладно, на этом я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр, и мы с вами увидимся в следующей серии, буквально через несколько, наверное, часов. А на этом всем пока, ребята, удачи, не болейте и до скорого.